поймать клеща можно фактически в любом месте края, но наиболее опасными территориями являются предгорные районы. В Барнауле тоже есть места, где пробудившихся от спячки голодных кровососущих можно подцепить гораздо чаще. Наиболее такие прям серьезные очаги – это на проспекте Космонавтов возле оптового рынка, возле завода «Кристалл», на Солнечной поляне. Вот эта роща у нас большая, парк юбилейный бывший, вот, ну и окраины вот города. Обрабатывать территории от клещей будут, но чуть позже, поэтому пока, говорят специалисты, нужно быть внимательными. И в случае присасывания лучше не пытаться снимать клеща самому, а обращаться к врачу. Клещевой энцефалит, цепной тиф, боррелиоз, любая из этих болезней может при несвоевременном обращении привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Не надо открывать интернет, не надо у Гугла спрашивать, надо дойти до своего медицинского учреждения, потому что любое лечение, любой иммуноглобулин имеет не только показания, но и противопоказания. Специалисты советуют сдать клеща на анализ. Всего за сутки станет известно, заражен ли он энцефалитом или боррелиозом. Последний, к слову, лечится иначе, уже по месту жительства. Что касается иммуноглобулина, то перебоев с поставками нет. При этом детям до 18 лет его ставят бесплатно. И не только в травмпункте 9-й детской поликлиники Барнаула, куда чаще всего обращаются родители. И важный момент. Иммуноглобулин, конечно, не конфета, но слухи о том, что ставить препарат можно раз в жизни, лишь слухи. Лучше вообще прививаться. Это самый оптимальный вариант, потому что дети очень часто могут сковырнуть клеща, сами выбросить его. Они же не понимают, что есть такая вообще опасность, особенно маленькие. Они могут, то есть, от него сами избавиться, родителям ничего не сказать, и ситуация упущена полностью. Правда, прививки ставят только малышам от 3 лет. Специалисты напомнили, что лишь в случае тройной вакцинации вырабатывается иммунитет. Нынче в регионе привили 35 тысяч человек. В среднем в год эта цифра близится к 140 тысячам. В целом, по словам экспертов, нынешний клещевой сезон будет напряженным. Впрочем, легким в нашем регионе он практически не бывает. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.